Смотрите, какая красота у нас теперь есть. Я, помните, показывала, что мы на работе вырезали и буковки. А, ты вот для этого меня спрашивал? Юг-запад. Чего спрашивал? Юг-запад. Да. Не очень видно, что ли? А, вот как видно. Ну-ка, повернись сюда. Даже у нас теперь флюгер есть. А он крутится. Его смазать надо. Смазать маленько. Машин, мне кажется. И она будет крутиться. Серьезно, заржавеет, блядь, долго стоит. Ай? Заржавеет. Нет, там не заржавеет труб. Потом снимать будем, блядь. А вот куда его вешать? Вот теперь давайте.